Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы рассмотрим один весьма важный сервис Facebook, о котором должен знать каждый владелец страницы. Ну, по крайней мере, что он есть. Причем я даже не знаю, как его правильно назвать. В Facebook он называется отладчик перепостов. Но, по-моему, чаще его называют просто дебаггер. По крайней мере, мы, когда Facebook публиковал кривые ссылки, говорили «прогони через дебаггер». Что происходит, когда мы пытаемся поделиться какой-то записью в Facebook? Эта хитрая машина сама находит какие-то картинки, название статьи, описание, и нам остается только добавить пару строк от себя. Но где она их берет и по какому принципу – вот вопрос. Например, с сайта Теплицы она вроде выбрала все подходящее, а вот с моего тестового сайта, на котором все в повалку свалено и переделано по 10 раз, она берет совсем не то, что мне нужно. Фото на превью она не видит вовсе, описание тоже не пойми какое, да и название меня не устраивает. Как узнать, что видит Facebook, и посоветовать ему видеть что-то другое? На этот счет у Facebook есть специальный сервис, который показывает страницу глазами краулера, то есть паука Facebook. Вы заходите на Facebook for Developers, Facebook для разработчиков, тут, кстати, много всего полезного. Дальше инструменты и поддержка, и вот он, отладчик перепостов. Вообще адрес у него вот такой, если не найдете. И давайте посмотрим, что видит паук, когда заходит на нашу страницу. Просто вставляем URL и видим, что у нас есть предупреждение. Какие-то вещи нужно устранить, а именно нет тега image, поэтому и картинку он не подтянул. Мог бы подтянуть какую-нибудь случайно. И нет description описания, поэтому мы и получаем такой результат. Без картинки и с непонятным вводным текстом. Причем это сейчас. Я просто заходил сюда 35 минут назад и автоматически обновил информацию. А до этого тут вообще были какие-то непонятные фотографии с сайта, которые я давно удалил. При этом какие-то теги Open Graph тут есть, непонятно откуда взявшиеся. Facebook просто сам подтянул какую-то информацию в ячейке, за которой должен отвечать протокол Open Graph. Что это такое, я сейчас расскажу, мне просто интересно, где Facebook взял информацию. Вот так, кстати, можно увидеть страницу глазами паука. Это просто HTML-код. А нет, вот они. Странно. Наверное, из каких-то шаблонов перекочевали. Так, теперь два слова про протокол Open Graph. Ну, чтобы было понятнее, давайте посмотрим в дебаггере страницу, например, с сайта Snob. Это качественный ресурс, с большой долей вероятности у них все тип-топ. Ну да, все отлично. Ошибок нет. На Facebook он отдает то, что хотят видеть владельцы сайта, все графы заполнены. Почему? А потому что у них на сайте есть теги протокола Open Graph. Вот они. В теге Head специальные теги с меткой OG. Вот видите, тут все. И локализация, и тип, и сайт-нейм, и тайтл, и description, которого нет у меня. И где-нибудь должна быть... А, вот, image. Четкое предписание, какую картинку вставлять. Словом, все есть, и поэтому все отображается правильно в Facebook. Как работать с Open Graph – это тема для отдельного видео, а я хочу сказать еще об одной важной вещи в дебаггере, к которой прибегают, наверное, чаще всего, а именно об обновлении информации в кэш. Если вы вдруг опубликуете неправильную статью, заметите ошибки и даже исправите их, Facebook все равно будет расшаривать кривую публикацию, потому что информацию он забирает к себе в кэш и публикует уже оттуда. Кэш может обновиться дней через 30, а волна репостов идет дня 2, и все они будут в кривом виде. Что делать? Вставить ссылку, зайти вот сюда, отладчик объектов Open Graph и нажать эту кнопку «Получить новую информацию об URL». Информация в кэше обновится принудительно, и репосты пойдут уже в правильном виде. Сервис по-настоящему важный. Вы можете сделать отличный сайт или статью, но то, что люди увидят в Facebook, может перечеркнуть все ваши труды. А Facebook сейчас одно из основных мест, где люди узнают о вашем существовании. Все, любите друг друга, оформляйте статьи правильно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.